Так. Ладно, это сразу забил. Куда ты там? Ты там уже даже как перевернулся-то, блин. Ты зубись. Ой. Ну чё, всем привет, да-да-да. Еще три давай лучше. А, хотя. Да я уже запись начал. Всем привет. Просто все крутилось. У меня ничего не крутится. Ты так закрутился. Ну ты там пируэты делал практически. Только медленные, очень медленные пируэты. О! А ты не закрутился? Ты закрутился хорошо так. А ты нет. Ну ладно, я покажу. В общем, мы продолжаем проходить Half-Life DC. Мы просто вам хотели показать это. Я пошел быстро. И значит, мы в этой главе попробуем открыть секретный уровень. И показать секретное оружие. Насчет камеры у меня. Возможно, будет не очень хорошее качество камеры из-за того, что у меня мало памяти, и не знаю, как она будет выглядеть, потому что у меня нет Wi-Fi, я не могу проверить, как сейчас находится камера, в каком положении. Поэтому, если не будет пол моей головы, я не виноват. Продолжаем. Может, ты без пол головы живешь? Может быть. Такое тоже возможно. У нас патрончики. Все исследуем. О, смотрите, какой телевизор, смотри. Вот это плазма, блин. Я такой. Смотри, какой огромный. Это как старый монитор, такой огромный монитор. Ага. Опа. Тебе прикинь, взорвется. Крепкий, бронебойный. Пошли сюда. Пойдем. Вау. Мужик. Мужик. Вот так вот камеру лучше поставлю. Смотри, он пропал. Ты чем его убил? А это непробиваемый. Зашибись, он мне... Йо, смотри, какой черепок с глазом. Ух ты, ё-моё, а. Лифт, может, работает, хотя... Не. Не. Ладно, погнали. Если бы он работал, я думаю, они бы выбрались. Но он не работает. Здоров. Тихо-тихо. Солдаты? Мужик. Чё, солдаты пришли? Да, солдаты пришли. Ай-яй-яй. Пошли. Surrender, Freeman. Сдавайся, Freeman. Здесь у нас уже встречают вартигонты своим объятием. Ну да, они встречают нас, говорят, привет. Так. Ты тайник открыл, да, первый? Так, вот смотрите. Да. Не, давай вместе пока. Давай вместе. Вот здесь. Да, блин, подожди. В гости. Опа. В гости. Вот здесь прям. Да. Находится. Воу. Дофигища газировки. По-моему, вот какой-то спрайт. И вот первый из этих... секретных кодов. Да-да-да-да-да. Мы погнали дальше. Чё, опять эта плазма стоит. Офигенно. Мне 100 и 100, кстати, жизни. Я тоже 100 и 100. Опа! О! Я тут помню. А, военные? Я тут помню. Там военные тоже были? Встречали, да? Тихо-тихо. Тихо-тихо. Ух, ю! Сходи. О, отлично, молодец. Давай наверх. Так, беру револьвер. Сейчас появятся наши друзья. Готов. А, сразу, ты его сразу я убил? Убил его. Вот. Еще один. Еще одного убил. Так, давай, пролезай. Я полезу. Да, да, Йоха. Ты куда? Ой. Куда собрался? Перепрыг. Ой, зачем ты так делаешь? Не надо так делать. Сейчас ко мне вертигонты полезут, не делай так. Не делай так. Охренеть, он прям около меня появился. Получи, скотина. Готов? Так, я тебе открываю дверь. А что-то как-то мало их. Их было больше, по-моему. Ну ладно. А я не знаю. Когда мы давно-давно играли, их было больше. Так, я пополнил жизнь. А, мне тоже надо. Проверь шкафчики. Или я проверю шкафчики. Ничего нет. Там были патроны для дробовика и гранатки. Ой, тихо. Поджопник. Сейчас будет второй код. Да, у нас все тынички написаны на бумажечке, так что мы все знаем. Второй код. Я знаю, как тебе показать, кстати. Вот он. Опа. Ой. Вот, да. Вот это вот код. Я понял, я видел. Вот так можно показывать, кстати. Если что-то непонятно. Давай. Да, ничего, не могу слезть. Вот. Да блин! У тебя, кстати, не... это у меня красный костюм. Так, туда мы не идем, там проход назад идет. Тихо, отходим, отходим!
Блин, задело немножко. Осторожно. Офигеть, ты бросил, круто. Так, ну чё, слазим? О, что-то зацепил, давай. Эх, ё, их тут больше, очень много их тут, дай. Отходи, 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 быстро, Саня, отходи, пожалуйста. 79 хп. Тихо. Еще один. Ё-моё. Еще один. Да ё, просто ты. Капец, они непробиваемые. Отходи, отходи, отходи. Он пришел сюда. Да я вот сколько раз в него стрельнул из дробовика, нифига себе. Дробовик на него. А где готов. Винтовка-то? Там жизни, ты чё? Да, жизни, да, восполнить. Ой, блин. Вот это жизнь, да? Тут надо музычку какую-то вставить. Мужик тут... Смотри, пицца! Мужик это... доелся пицца. Это же пицца хат. Тони с пицца. А, Тони это... Тони. О, Миха, давай, ага. Миха, я раздаю. Я на раздаче. А, давай. Мне, пожалуйста, полдник, кашку гречневую. Так, а можно... О, хочу кое-что сделать. Так, давай. Блин. Бронебойный. Так, это путь назад. Так, ты меня сейчас не стрельнул. Пока не будем. Тихо, осторожно. Ё, мужик! Ой. Его что, раскромсало, да? Жесть. Да ё-моё. Граната нужна, у меня нету. У меня есть. Ой, не так немножко. На. Он сдох, отлично. О, отлично. Их с магнуму можно так, нормально. Голову, если только. Если только в голову толочек, то с двух раз. Сволочь, убежал. Есть! А? Убил. Что там взорвалось-то? Сзади. Чё это взорвалось? Чё за суицид? Вот именно. Ай! Отходи! Твою! Там сзади трое человек пришло сразу ещё. Осторожно! Тихо. Убил одного. Ещё одного, двоих убил. Тут где-то хпшка была, я видел. Вот она, вот она, вот она. А, вот она. Сейчас я подлечусь, подожди. Все, теперь ты давай. А, 39-я комната. Жду тебя. Хорошо. Вот, тут еще один тайничок. Тут надо было включить воду, и показывается... Да. Да, всё. Вот и показывается... Я посмотрел. И показывается на стекле это. Кодик еще один. Так, а чья это комната, кстати? Это комната... Фримана! Фриман? Смотри. Да ладно, фриманская комната. Ничего себе. О, это Палмер. Давай посмотрим, кого тут. А, это же Палмер, это же кто-то мы, по-моему, из наших, не? Палмер. А, не знаю. Может, это даже именно Лэнсон Хэс? Палмер. Нет, стой. Не, я не знаю. А, мы Коллет и Грин. Коля и Грин. Коля и Грин. Глен. Глеб. Коля и Глеб. Осторожно. Здесь вообще опасненько. Аккуратно просто. Тише. Готово? Так, я тоже тут смог. Фонарик как в первой халфе, короче. Ну-ка, это и есть первая халфа. Так-то. Это не... Это DSA! Ну да, это же... Это Porsche Possession 2. Отлично. Сейчас у нас будет маленький интерактивчик. Да? Я вот как о, раз... Луна. Не-не-не. Луна. Армстронг. По-моему, кто? Что-то знакомо. Армстронг. Мартел Джонс. Вандалин какой-то. Жатов! Жатов, Сань. Жора. И смотрите, нажимаем на вот эту вот картиночку. Давай, я вижу, не надо мне переключать ничего. Опля. И у нас открывается на стене. Ничего вроде бы нет. Потом... Итак, у меня как раз тут есть бумажечка подготовленная. На ней все написано. Все коды, все, что нам нужно. Так, значит, смотри. Это только так, подождите, это только так на ПК. Только на ПК. Да. На консольной версии там все по-другому вроде бы. Да, там немножко по-другому. Там нужно будет оружие специально искать. Давай вообще. Так, значит, код. Диктую. Стрелочка вверх. Нолик. Икс. Стрелочка влево. Треугольник.
треугольник. Это чё? Может, еще один код надо? То, что ты тут... Давай. Давай. Квадрат. Нолик. А, влево. Влево. Треугольник. Треугольник? Да. X. Вправо. Вправо. Еще один код. Тут комната вроде бы не открылась. Ну, тут сам первый код. Давай еще раз. Вот. Я просто не успел. Итак. Мы уровень уже открыли, кстати. Да. Стрелочка вверх. Нолик. X. Стрелочка влево. А, треугольник. Треугольник. Подожди, я сейчас. Два треугольника там было. Еще один. О, есть! Открылось. Так. Заходим, воруем оружие. И тут нам надо нажимать правую клавишу мыши. Так, подожди, точно правую? Может, я да. Не так нажал? Ты уверен? Ты мне хп снес, охренеть. А! Что? Ничего не понимаю. Я умер. Останавливаем пока запись. Подожди, бред какой-то. Так, ну что, мы продолжаем. Сейчас аккуратненько. Да-да-да, нажимаем правую клавишу мыши. У нас. Три, два, один. Все, не стреляем. Я взял монтировку. Я пистолет взял. Ёпарса ты. Аж страшно стало даже. Я тебя вижу. А, он ко мне пошел. И мы попали в какую-то странную лабораторию. Ой. Мы попали в какой-то лаборатории? Да. У меня 100 хп. Там все закрыто. Там... Сзади! Тут... Ой, зомбак. И скоро мы откроем секретный уровень. Это он за дверью, Сань. А, нет, он не за дверью. Казалось. А, нет, он за дверью. Толку. Ты знаешь, что это было очень странно? По-моему, у тебя что-то с микрофоном. Я понял. Меня? Я почему-то себя слышал иногда. Да. Сейчас Саня разберется, сейчас все будет окей. Будет все окей. Чё, окей? Да, нормально все. Извините, были трудности с микрофоном. Да? Я как краб прыгнул сразу же. Сюда. Ты костюм не хочешь зарядить? Ну ладно. А. ХПшка. А, так это уже все, побег из уровня. На всякий случай. Сюда пошли. Там. Иди вперед. Чё-то он не шел сначала, а сейчас пошел. Сюда. Ну, что, прыгаем? Био. И где-то я. Ты чё? Ой, блин, это чё? Это где? Ты где? Я в комнате, где солдаты были. А, нормально. В смысле нормально? Так всё. Открылся? Так, Фен. Теперь тут дальше продолжаем идти. А, ой, господи, я испугался. Я думал... Ох, ё! Я думал, должен был, то есть... Сразу уровень начаться тут. Ну ладно. А если с этой пушки вольно, а не хочу? Не надо. Я тебя прошу, не надо. У меня патронов нету. Вообще нету? А, есть немножко. Давай я тогда пойду вперед. Так, сюда пошли. Так, погоди. Бери патроны. Бери тоже. Это куда? Это к нему! Стой. А что там? Не знаю. Наверху. Не знаю. Сейчас подожди меня-то. Ё! А вдруг там... Твою мать! Чё там?
Не иди. Ой. Надо гранату бросить. Осторожно. О. Еще одна жива. Библиотека. Да. Ой. Ой-ой-ой. Че, ну... Может вернуться пополнить хп? Пойдем, как пополним, думаешь? Пойдем. Ну нафиг, а. Не будем рисковать лучше, а то и так много прошли всего. Твою. Там... А что здесь? Опа. Ой, зашибись, ну блин. Ой, бери патроны там у них. Упали. А если к ним... А, не поедет. В общем, там, тоже есть, аптечка, но она висит прямо на стене около них. Вот в чем прикол. Пошли. Так, бери магну. По чуть-чуть, лучше, по наверное. Чуть-чуть. Аптечка! Сзади! Так. Лечись пока, лечись, давай. Уж успеешь. Блин. Нет, уже стреляют. Осторожно. Здорово, мужик. Его надо спасти. Какой спасти? Господи, граната. Граната. Осторожно, там наверху один. Да я стреляю в него. А что не пробил? Не понял. Убит. Осторожно. Миха, сбоку, назад. Блин. Патрон, у меня патрон тут тоже не особо что-то. Готов? Тупо с пистолетов. Они, Сань, не надо по этим, вниз ему не надо стрелять, там он не пробивается, блин. Все. А, есть мы. Вот, отлично. Еще где-то один. Ушел. Вижу его. Он гранату бросил, блин. Так. Неужели все? Миха? Да. Сейчас его надо убить. Бляха! Блин! Ты сволочь! Он гранату поставит! Бля. Сейчас идем чисто до этого момента. Подожди, я запись надо опять несу соединять. Итак, мы продолжаем. Да. Мы продолжаем. Пойдем. В общем, мы разобрались с этим последним. Идем к охраннику. А, в смысле, уже не надо, да, тут ничего делать? А, стоп. Пошли за ним. Ну, идем, он за нами должен идти. Пошли. Пойдем. И миссия на этом будет, кстати, завершена. Он идет? Да. Должен идти. Куда он ушел? Ты его путал. Пойдем. Нет, ты его оставил. Нажми еще раз. Пойдем. Вот побежал марафонец, да? Пойдем. Марафонцы. Давай. Вот. Вот тебе охранник. Тихо. Вот охранник. Ну что, не дошел, что ли? Все, давай сюда подойдем. Ты дебил? Охранник. Алло. Блин. И чё? Ладно, погнали куда-то. Он с тобой пошел. А что там за двери библиотеки были? Давай посмотрим. Там какой-то код он должен знать. Миха? Так. Какой-то код, а где этот код? Все заперто. Дай его ввести вообще. Вот этот же сказал, что ему нужен охранник. Да. И чего? Проходи возле меня. Давай еще раз. Придем сами. Хм.
Ну, приходит. Господи. И чё? Что за бред? По-моему, у нас все зависло, заглючило. Ой. Дебилизм. Отходи, давай его пихать. И куда? Вот, да. Тихо. И чё? К нему подходи, придурок. К нему подходи. Ну чё он, ну? Да что за бред? Ну что происходит? Ну почему? Ну? Это бред! Ну это бред! Ну я ну, не чё, хочу он слепой, проходить. Что ли? Ну что я тоже не хочу дня, проходить, ну... ё-моё. Твою мать! Я понял почему! Назад отойди! На, отойди! Лифт! Бля. Из-за этого! Вот дебилизм-то, а! Из-за этого! Пошли теперь! Теперь все сработает! Ой, блин, вот это бред, конечно. Ты нажал, он уже не хочет идти. Еще раз нажми. И сейчас все сработает, по-любому. Сейчас все сработает. Я просто да, в шоке буду. Давай, иди сюда. Смотри. И? Блядь. Нет. Дебил, что давай, ли? Давай сюда. Ну, о, он что? Это я его нажимал. Ой, они почему-то сверху них какая-то фигня происходит. Я не знаю, ребята, что делать. Все, я не знаю. Ну, в общем, этот уровень закончен так и так был бы. Но почему-то, не знаю. Почему-то надо... уровень не хочет. И сейчас напишут в комментариях, надо перепройти, чтобы было да такая концовка. Издеваетесь, что ли? Там же столько всего. Мы тут уже дофига, мы даже секретный уровень открывали. В общем, там, возможно, мы отдельно дозапишем то, что надо будет. Отдельно, возможно. Сам был... Не-не-не, мы еще не прощаемся. Мы еще не прощаемся, наверное. Е. Да, мы не прощаемся. Да. Так, я продолжаю. Пошли. Пойдем, солдат. Солдат охранник дебильный. Пойдем. Так. Сейчас без вебки, потому что... Не лень. И what the fuck? Бля. What the fuck? Диби. Даже над ним стану. Что? Не, знаете что, ребят? Да. Я пытался. Ты скотина. Иди вперед. То есть вы тупо стоите и молчите, да? И мы только сейчас вот минут 10 сейчас просто так по это. То есть мы зря это все перепрошли, чтобы вы вот так вот вы на меня смотрели. Угу. Блин. Будет следующий уровень, ребята. Да, следующий уровень. Че завис? Ебать. Вообще завис. Что происходит-то? А, вот. Ось. А, так это я паузу нажал. Сань, ты меня... Отожми ее. Так подожди, все, давай продолжим запись. В общем, ой, он ты... сам пришел, он сам идет, он сам идет. Сань, ты бы сейчас видел, что у меня происходило, ты бы охренел. Блядь, я потом покажу. Они заговорили? Да. Не может быть, у нас получилось. Он сам пришел. Сам. Идиот, блин. Сука. Насилие в семье. Охранные. ББ, да пошли на своих ББ. ББ, мы на все АА справились. Что на ББ, блин. Так, какой там следующий уровень, запомните бы, потому что сейчас будет бонусный уровень специально для вас. О! О. Знакомый уровень. Да. В общем, сейчас будет бонусный. Переходим. Да.